Эх, зима, холода, одинокие дома, все как будто изо льда. Вот такую самую погоду хочется теплых оттенков и стильно согревающих решений. Согласны? Раньше у большинства людей при упоминании рубашки представлялась форма или офисная одежда. Но уже сегодня ни один гардероб уважающий себя модницы не обходится без этого элемента. Каждый сезон дизайнеры дают вторую жизнь этому элементу одежды. До конца 19 века белая рубашка считалась исключительно мужским элементом одежды. Благодаря киноактрисе Марлен Дитрих она стала культовой вещью в женском гардеробе. В фильме Квентина Тарантино актриса Ума Турман зажигательно танцует вместе с Джоном Траволтой именно в классической белой рубашке. Ну а я же предпочла более глэм-стайл. Несмотря на то, что эта рубашка кажется очень броской, тем не менее ее можно будет одеть с классическими брюками темного цвета, шоколадного либо черного оттенка, а также с джинсой. Кстати, женская шелковая рубашка считается одной из самых сексуальных вещей женского гардероба, так же, как и вещи нежных оттенков. Коралловый цвет идеально подходит к слегка загорелой коже. Ну а фасон напоминает зимнюю стужу о летнем солнышке. Конечно же, утонченно смотрится на вас. Как известно, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому отчаянные fashion victims не очень удивятся тому, что цветочные принты снова в моде. Помня об этом, дизайнеры самых разных марок, от люкса до масс-маркета, прилежно стараются превратить нас в прекрасные бутоны, дивные заросли и цветущие сады. Многие звезды отдают предпочтение платьям с цветочными узорами. Среди них Шарлиз Терон, Келли Осборн, Одри Тоту. Несмотря на то, что за окном холодно, цветочные принты, как видите, остаются популярны как никогда. Темный цвет бордо, а также красные оттенки кораллового помогают вам выглядеть безупречным каждый день. Притом подходит этот цвет как блондинкам, так и брюнеткам. Стиль милитари, рок-н-ролл, фолк – все это атрибуты не только зимы, но и всего сезона. Как вы уже поняли, рок-н-ролл стиль остается также в топе. Черный цвет предполагает наверняка красивые какие-то изделия. Здесь вы видите погоны. Леггинсы в нынешнем сезоне, как ни странно, это одна из самых любопытных фишек. Они имеют либо черный цвет, либо очень спокойные умеренные оттенки. Серый, коричневый, очень темный синий, бордо, винный, бежевый. Есть изменения и в том, как и с чем их носить. Самый простой вариант, который сегодня является остромодным, это леггинсы с туникой. Именно нынешней зимой их допустимо надевать даже с классическими лодочками. А уж для высоких сапог наездника это просто идеальный вариант. Если ваша фигура не позволяет вам носить обтягивающую одежду, то предлагаю вам вот этот вариант. Туника, которую можно обыграть красивым бантом, либо бусами. Платье – это всегда уверенность того, что вам будет комфортно и будете чувствовать себя особенной. Да и мужчины, как известно, любят нас особенно глазами. Длину и фасон советую выбирать, исходя исключительно из своего вкуса. Как я уже говорила в одном из предыдущих сюжетов, в этом сезоне как никогда будет актуален красный и синий цвет. Платье-футляр черного цвета, как ни одно другое, скроет недостатки вашей фигуры, а вышивка из стекляруса придает ему особый шарм. Платье-обманка подходит смелым и оригинальным. Ваш образ идеально дополнит серьги, либо шейный платок или красивое болеро. Свести и пахнуть – таков должен быть девиз наступающего года. А вся зима пускай будет по-итальянски страстной, по-балийски экзотичной и по-французски нежной.